Покажи! Собака? Никаких собак в магазине! Охрана! Что же мне делать? Я хочу пойти со своей собакой! Никаких собак! О! Мы пройдем в магазин любым путем, моя детка. Охрана. Это мой ребенок. Малыш! Такой милый! Мне нравятся малыши. Это собака? Никаких собак в магазине! Я строгий охранник. Теперь он точно не заметит собаку. Вау! Такие хорошие цветы! Ага, ага. А это кто такой? Ой. Никаких собак. Окей. Ух, какая! Я иду из школы. У меня нет собаки, только книги. Школа — это хорошо. Нужно учиться. Покажи свои книжки. Для собак? А почему ты носишь их в руках, а не в рюкзаке? Их слишком много. Школа — это серьезно. Открой-ка свой рюкзак. Нет. Покажи. Собака в рюкзаке? Уходи. Выдумщица. Что же делать? Ла-ла-ла-ла-ла. Кто тут? Это игрушка. А почему там звуки, похожие на лай? Покажи-ка. Я не буду ничего показывать, нет. А ну-ка покажи. Нет, это моя игрушка. Нет, покажи ее. Ага, собака. Ой. Никаких питомцев в магазине. Покажи, что у тебя. У меня там игрушка. Посмотрим. Ага. О, это настоящая игрушка, да. Окей, проходи. Thank you. Поменяемся. Ага. Ну теперь я точно зайду в магазин. Опять вы? Только игрушка. А, только игрушка. Окей, проходите. Смотри, ты в магазине. Марти! Марти, Марти! Марти, Марти, где же ты? Где же ты? Ой, моя собака! А что эта собака делает в этом магазине? Никаких питомцев! Так, это же магазин для собак! Посмотри вокруг! Ой, тогда все в порядке! Извините, ребята!